Итак, пожалуй, продолжим это прохождение Готика. Первое очередное прохождение и, собственно, очередная серия. И, в общем-то, в прошлой серии мы закончили на том, что я стал магом воды. Вот. И, собственно, я нашел Ксардоса. Значит, в прошлой серии старый лагерь совсем сошел с ума. И, в общем-то, поубивали мага огня и захватили шахту, свободную шахту, которая находится в новом лагере. Вот, значит, я разговаривал с Ксардосом, это некромант, и, в общем-то, у него есть какой-то свой план, и, в общем-то, я связался с орковским шаманом, который вроде бы как добрый, который сказал мне, что, чтобы зайти в город орковский, нужно, значит, попасть в свободную шахту и там найти его друга. Чем я, собственно, буду заниматься? Поговорю с генералом Ли. Привет. Вот, он мне может научить двуручным мечом. Что ты думаешь по поводу шахты? Они зашли слишком далеко и еще пожалеют. Это мне он уже говорил, ничего нового не сказал. Кто такой Орики вообще, без понятия. Видимо, его дружбан, который, собственно, ничего не делает, кроме как просто стоит здесь. Так, у меня говняный меч. А должен быть вот этот. У меня меч специально сделанный против этих, как называется, против големов каменных. Буду направляться, значит, в сторону свободной шахты, там, где стоит Горн, и там, где стоит еще один наемник, который учит владению оружием. Он, кстати, будет и во второй части Готики, если не ошибаюсь, он будет меня учить одноручному оружию. Будет находиться в лагере наемников. Как же его звали, блин? Карн, Корн, Курн, блин. Корн. Или Корт. Короче, неважно. И как раз вовремя. Мы готовимся к контратаке. Первый шаг — отвоевать свободную шахту. Ты планируешь захватить ее с отрядом из 4 человек? Где все наемники? Атаковать в лоб не годится. Люди Гомеза слишком хорошо подготовились к этому. Но мы собираемся проделать все незаметно. Будем снимать врагов одного за другим. Это может сработать. Ли просил меня передать тебе кое-что. Ты был избран для этого задания как опытный воин и один из магов Круга Воды. Я пойду с тобой. Вместе мы сможем сделать это. Ладно. Это первый шаг. А второй? Как только шахта снова будет у нас, мы начнем искать проход в горах, которым воспользовались люди Гомеза. Когда этот путь будет отрезан, ситуация снова будет у нас под контролем. Понимаю. Почему вы выбрали именно меня? Ты уже не раз доказывал, что тебе присущи одновременно и трезвость ума, и бесшабашная храбрость. Помимо этого, ты знаешь старый лагерь и его стражников лучше, чем кто-либо из нас. Ты лучше всех можешь справиться с этим непростым заданием. Действительно, какой глупый вопрос. Конечно, я лучше подхожу, чем любой другой, потому что я очень крутой маг. Верховный маг воды и огня. Да, ладно. Тут я вначале сохранюсь, просто есть вероятность, что они будут всех убивать, и при этом, короче, кстати, вот Корт. Привет. Молчит, да? Наверное, он тоже под знаменем Горна идет, ну то есть в его команду входит. Я просто волнуюсь, что они будут убивать, а опыт мне идти не будет, но я Привет. Попробую. Ладно, пойдем покажем непрошенным гостям, на что способны свободные люди. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Вот, возьми этот ключ. Он от двери караульной у входа в шахту. Окей. Защищайся! А...
Привет! Да, чуть не забыл. До отхода с тобой хотел поговорить один из воров. Волк. Тогда я лучше пойду к нему. Хорошо. Я буду ждать тебя здесь. Не, ну если волк сказал, я пойду. Он же ж торгаш. Вдруг он мне даст бабла или крутой мега-лук, который не требует ловкости, а сам прибавляет миллиард ловкости просто. Я только с лука пью всех и все. А, не-не-не, он может мне скрафтить мега-броню из чешуи краулера или что это такое. Или нет? Я Это было не слишком... Скорее всего, ты прав. Я сомневаюсь. Держи это при себе. Люди мне обязательно... Судя по всему, воры даже не собираются идти на войну. Ситуация сейчас очень серьезная. Горн сказал, что ты хотел срочно поговорить со мной. Рад, что ты забежал. Прежде чем уйти. Прежде чем уйти куда? В нашу не такую уж свободную шахту. Я думал, это выяснили еще очень давно. А в чем дело? Да у меня появилась идея, как сделать абсолютно новый доспех. О, и как же? Пластины панциря ползунов – самый прочный материал из всех, что мне приходилось видеть. Я, разумеется, говорю не о тех маленьких беззащитных тварях, что обитают в шахте у Гомеза. Нет. Другие. Куда более опасны в нашей шахте. Панцири у этих тварей практически непробиваемые. Если бы ты принес мне несколько таких пластинок, я бы сделал из них доспех. Окей. Как снять эти пластины с ползунов? Это довольно легко. Черные пластины крепятся к телу только по краям. Берешь любой острый клинок и вырезаешь пластину по контуру. Ладно, понял. Пойду охотиться на ползунов. Что ты мне еще тут расскажешь? Мне нужны... Прости, парень. Понял. Это точно не моя проблема. Но только не говори, что ты собираешься сделать для меня новые доспехи за даром. Не совсем. Если мне удастся сделать из этих пластин хороший доспех, я... очень скоро... очень много... Ладно, забудь об этом. В общем-то, я понял. Ты бери... Я... Так, у него два косаря денег есть. Твою ж мать, виноград был здесь все время это. Я куплю его, мне пофиг. Мне твою, блин. Ты... Я... И дам тебе за это... Я не знаю. Чтоб тебе дать. Два топора тебе дам. Хорошие топоры такие. Потому что, судя по всему, квест еще не выполнен. Так что, мало ли, вдруг он еще живой, тот чувак, который мне предлагал меч. А мне, в принципе, меч-то не нужен.
Мне нужен только опыт. Ты должен следить за тем, я больше не слушаю всякую трепотню, которые дадут за квест. И, собственно, сюжет. Хорошо, что я не пошел сразу. Он бы не выучил бы мне этот... я бы не изучил, короче, снятие вот этой вот панцирей. И, в общем-то, у меня не было бы крутой брони. Конечно, у меня тоже очень хорошая броня. Но немножко не то, мне кажется. И, как я понял, я туда иду сам. По словам малой группы, означает, привет! Что... А нет. Отправляемся в шахту. Настало время выбить оттуда стражников. Иди вперед. Я пойду следом. Ворон, что-то мне это напоминает. Готику третью. По-моему, там было то же самое. Сохранюсь на второй единичке. А, блин, не глянул магию крутую. Может быть, 5 уровня есть магия огня, о которой мне говорил Сатрус или Ватрас. Сатрус, по-моему. А, Ватрас это со второй готики, который в городе стоял. Поэтому я так его вспомнил. Ватрас, а здесь Сатурас или Сатрус. Неважно, короче. Берегись! Они охотятся стаями, как и глорхи. Но их укусы будут пострашнее. Мы должны избавиться от них. Ты меня знаешь. Я не люблю оставлять врага за спиной. Ты о чем вообще? А, остеры. У меня с ними плохие воспоминания, если честно. Ладно, пофиг. Нормально, одного ты, одного я, и нормально вообще. Ну, с горном дают опыт мне тоже, так что... Блин. А я вот не глянул, сколько они стоят. Ну, когти, обычные когти даже. Ничем не отличается от обычных когтей, короче. Хоть бы подписали там когти, остров, там цена 300 баксов в евро, я не знаю. Так. Тут надо уже быть аккуратней. Черт, так и знал, что надо было прийти вот здесь всех похерячить. Но я не смог бы. Постой-ка! Ты видишь эти тела? Иди ко входу в шахту, а я останусь здесь и прослежу за тем, чтобы никто не напал сзади. Я подойду, когда ты спустишься. Ну, этого можно было выцепить, хотя... Я имел в виду заради опыта. Не думаю, что они тут сильно высокие левела. Отлично все с баночками.
Нет, скрипки, только не вы. Влево, вправо. Кстати, я здесь еще не глянул. Ладно. Не понял. Подо мной, что ли? Ладно. Так. В принципе, можно еще растения есть. У меня их еще много. Где тут растения на ману? Влево. Книга? Черт, не глянул какая, ну ладно. Вправо, влево. Что-то ваши наемники даже не сопротивлялись. Оружие у них при себе. Они лежат рядом. Сколько опыта. Жалко. Ведь их всех мог отлупить я. Ну, конечно, подарок неплохой. И, к сожалению, чувак, которому я должен был квест сделать, он умер. И у него нет никакого меча. У него есть сундук. Влево, вправо, нет. Еще раз влево, нет. Влево, вправо. Суп, но такого меча нету, блин. Но все равно квест не выполнил, обидно. А, еще есть. Кочерга, отлично. Странно, я почти уверен, что там должны были быть какие-то... Ладно. Килл, а
у этого чувака должна быть какая-то крутая пуха, мне кажется. Но она двуручная, но мощная. Уже почти стольничек атаки, короче, у нее. Вправо, вправо, влево. Такой простой и пустой. Понятно, почему простой пароль. Блин, столько опыта. Большой сундук. Вправо, вправо, влево. Вправо, вправо, вправо. Виноград. Отлично вообще. Да что с вами, блин? Почему пустые сундуки стоят? Влево, влево, вправо, вправо. Так, здесь я уже прошелся. Есть еще вот этот домик. Суини. Так, ну в этом кольце я уже был. Много времени занимает это. Ага. Дружбаны стоят. Скажите, а не те ли вы дружбаны? Нет, не те. Ладно. А где я загрузил? Сохранился, блин. Ну, это шакал, которого я уже убивал. Какой-то крутой меч.
Так, и я все-таки крутой маг, наверное. И я поставлю себе ледяную глыбу. Нет. Его легче рукопашную убить. Тут у нас еще наемники. Здесь у нас два наемника, и, в общем-то, куда мне сказал Горн, это как это называется помещение, забыл. Блин, на языке крутится слово. Че я туплю? Ух ты, карта открывается кнопкой М. И, кстати, тут уже есть земли орков, я вижу, и старая шахта видно, да. Отличная вообще карта. Только что-то я не понял, где он здесь нарисовал мне город орков. Где город орков? Какой-то бред. Значит, я хотел найти, значит, вот это вот. Оружие, встреча, изгнанный шаман. Караульная, вот она называется так. И в караульной можно открыть шахту. Что-то я быстро как-то ее открыл. Так, ну, сохранюсь. На двоечке сохранюсь. Все-таки захожу в шахту. Горн. Дебил. Блин. Не то загрузил, наверное, да? Или я-то и там сохранялся. Придется съесть баночек, что ли. Кстати, что тут за топор? Двуручная. Одноручная. Так. Горн, пожалуйста, не умирай. Прыгнуть вместе с Горном.
Пока что все окей. Ворон опять кого-то убил. Еще кого-то убил. А, вот и где. У тебя даже не будет времени пожалеть об этом. Черт. Опять штук таких убью. Отойди, ворон. А, наверное, уже мертвый. А кого ж ты тут еще убил? Если честно, бесит добивать их после атаки мечом. А, это мой меч и горна, это бах, понятно. Ладно. Так. Ворон опять бесился и, наверное, упал. Да? Да. Пошли, поможешь мне. Тут, скорее всего, есть краулеры. Двадцать второго уровня краулер, с которого как раз то, что нам нужно. Эликсиры. Еда. И, в общем-то, эликсиры на жизни. Сохраняемся, идем дальше.
Здесь, к сожалению, проход только вниз, блядь. Не вижу перспективы. Не нравится мне этот план, поэтому пойдем в обход. Хотя, возможно, придется прыгать вниз. А вот мне интересно. Задание «Доспехи из ползунов». Сколько штук нужно? Не написано нигде. Горн, лезь наверх. Да, да. Ты ж пойдешь наверх? В принципе, можно и без него, даже лучше по-своему. Но я все-таки думаю взять его. И, кстати, в принципе, я вот смотрел по магии. Даже та же самая шаровая молния бьет 20, да? За ману. Огонь бьет больше, но мало у кого имеются такие резисты. Фига мне раздали. Уорн! Иди всех убей! Знаешь, в Скалиме Лидия лучше, чем ты, в 100 раз просто. Вообще в 100 раз. Что ты творишь? Ты вообще за кого, блин? Отличный контроль, парень! Отличный контроль, парень! Да мне кажется, в рукопашке добежал бы и убил бы его в разы быстрее просто. Ух! Горн, осторожней! А шахтеры уже тут пашут на полную. Так, сюда мы ходили, нет? А ну пойдем.
Офигеть. Упал. Офигеть, блин. Да вставай. Не, огонь однозначно сильнее бьет. Против лучников херово вообще. Намного слабее. Мах вообще вот тупо не перестреливает. Ему косты сбивает постоянно. Мне кажется, арбалетчики, лучники сильнее. Так, попробую на этой лестнице спускаться. Надеюсь, она менее баганая. Меня уже по мне стреляют. Больше здесь не показывайся! Так, он вроде не попадает, и это хорошо было. Да, Горн, иди дальше. Так, я буду теперь умнее. Я спрыгну с этой высоты. Я понял, почему я упал. Мудацкие арбалеты, как же вы меня бесите? Чё, я не арбалетчик, блин. У тебя не будет времени, чтобы пожалеть об этом. Заткрой хлебло.
банок на вас просадил, блин, просто миллиард. Я, блин, мах. Или кто? А вы меня, блин, вообще как-то... С легкого арбалета, блин. Ворн, было бы очень неплохо, если бы ты пришел и помог. Кто тут такие вообще? Считай, ты уже покойник. Это отучит тебя убивать людей. Опять упал? Серьезно? Я не знаю, призраки вообще злые или добрые. Но он на меня вроде бы как напал. Вернее, хотел убежать. Ну просто я думаю, может потому что я убил одного из ихних. А где ты сбежал? Ах ты ж хитрый гад.
смотри, какой хитрый. От мага пятого круга. А, вот оно, еще один. Бегуны, ты смотри. Блин, я тут убивал чувака, с него не выпал дроп. Вернее, выпал, но мне не достался, я что-то убивал, блин. Наверное, потому что я выбежал далеко и дроп пропал. Жаль. А, здесь уже пошли краулеры. Попробую против них магию льда. Не очень, да? Понятно. Мечом я его плохо пробиваю. Я его убиваю либо магией огня сжигаю хорошо, либо мне нужно, конечно, одевать колечки и тому подобное. Так, у меня закончилась мана и хп. Так, надеюсь, у меня маны 60. Да, маны у меня 60, как раз ровно на 2 банки. По 30. Тут, в принципе, одного на 5 заряда хватает, и одного где-то на 2 заряда. Тут что-то лежит, эликсирчик. А здесь у нас тупик. Возьму факел, чтобы было лучше видно. Я, конечно, маг и могу использовать магию. Мне кажется, красивее. Так, что-то тут еще было, нет? Показалось. Опача, дружба орк. Нет, маны не хватит на двоих. Есть вероятность, что я убью их сразу двоих.
Ну, критом, в принципе, убиваю. Вот повезло, что я нашел этот старый меч. Безуха просто, я не знаю. Счастливчик. Так, как бы тебе туда забраться, орк? А, вот так вот. Таррак, нужна помощь. Таррак ранен. Что здесь произошло? Таррак захватить синие солдаты. Вдруг красные солдаты повсюду. Красные солдаты убивать все. Таррак бежать сюда. Красные солдаты не ходить сюда. Красные солдаты боятся Гахлюг. Пожалуйста, помочь. Таррак ранен. Такая именно ирония, что синие солдаты, да, это цвет наемников. И, собственно, синий цвет у магов воды. Их красные солдаты, это, собственно, гварды, да, именно старого лагеря. И, в общем-то, магия огня. По цвету прям все сделано. Что я могу сделать? Таррак, нужна сильное лекарство. Иначе Таррак умирать. Какие лекарства нужны? Гахлюг отравить Таррак. Таррак, нужна лекарство. У Таррак быть лекарство, но Таррак потерять. Таррак не найти. Так кто б сомневался. Что такое Гахлюг? Быть большой звери, ходить на много ногах. Гахлюг — опасность. Ест люди и орки. Ты, наверное, имеешь в виду ползунов. Да я этих ползунов с полторы коста убиваю, понятно? Ты говоришь по-нашему? Нет, Таррак, быть рабом у людей много время. Таррак, хорошо слушать. Такой дебильный вопрос, он с тобой говорит по-нашему. Ты случайно не знаешь Уршака? Шамана. Уршак быть раб, как Таррак. Уршак убегать. Убегать много зима назад. Твой друг сказал, что ты можешь сделать для меня Улу-Мулу. Таррак очень слабый. Нет лекарства. Таррак умирать. Незнакомец, принести лекарство. Тогда Таррак помогать. Я теперь понимаю, почему все ненавидят орков. Они так медленно объясняют и одно и то же, когда дебилы разжевывают, честное слово. Вот, и такой шантажист, молодец, блин. Я найду твои лекарства. Таррак очень слабый. Незнакомец, торопись, или Таррак умирать. Спорим, не умрешь, даже если я на месяц уйду, блин. Приход. О! А не. Чё это такое вообще? Чё это за банка такая? Хм. Одна банка на 30 хп. Чё это за цирк? Бери банку на 30 хп, блин. Я не могу найти твои лекарства. Незнакомец искать еще. Лекарство быть здесь. Таррак бежать от Гахлюг. Таррак спрятать, когда бежать. Незнакомец искать в нише тоже. Ты вообще, блин, о чем? Где я тебе их найду, блин? Псих, ладно, пофиг. Ага, вон что-то есть. Есть, подожди.
Ух ты. Как я это сделал? Читер. Астрономия. Эликсир. Мне кажется, если я туда спущусь... Что, кстати, за эликсир? Еще один эликсир. Наверное, это... Про этот эликсир он, наверное, и говорит. Ну, я, блин, поговорю с ним. Только как я через это прохожу, мне интересно. Мне нужно... Не... Ладно, может их надо штуки три. Чё за бред, почему я через эту штуку прохожу? Как бы к тебе туда спуститься помягче. Так, ну я понял, где я. Я понял. Я здесь уже был с Ворном. Больше здесь не показывайся! Это вообще кто сказал только что? Ворн, привет. А, это самое начало, я понял. Самое начало. Я был там, 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 но не был внизу, да, получается? Так, мне надо выпить баночку. Блин. О. Это вы неудобно бегаете.
твою же мать, как ты так это делаешь? Шустрый малый. Лекарство, лекарство. Может, ты лекарство? Пиво, может, лекарство? Так, ну здесь дорога больше никуда не ведет. Дай мне мою бутылку, блин. Вот. Вроде бы я нашел. Или я туплю. Нет, туплю. Ладно, жаль. Может быть, просто бутылка где-то поблизости здесь? Я вроде бы обшарил все, не нашел ничего. Так, здесь проход есть наверх. Я пошел налево. Наверху я был. Здесь я был. Что там наверху, я уже забыл. Ага, ничего, понял. Это, короче, слазит толпа. Тут еще есть проход наверх. И он куда-то ведет, правильно? Нет, никуда он не ведет, он ведет в тупик. Писячий орк, блин. Хотя, подождите. Я ходил сюда. У нас еще есть проход вот внизу. Или... Здесь я тоже был.
Ищи внизу. Да я искал, блин. Здесь нету. Может, тут? И тут нету. Дай подсказку, блин. Я не могу найти твои лекарства. Незнакомец искать еще лекарств. Тарак бежать от незнакомец. Черт, ну какого хрена? Ну тут я уже был. Понятно, я, короче, застрял. И почти уверен, что где-то глупо вообще застрял. Уже нашел это лекарство, но, блин, туплю. Внизу, ну я предполагаю, здесь внизу, блин. Где же еще? Что я мог тут не увидеть, блин? Там я был. Почти уверен, что те, кто смотрят, в принципе, уже давно нашли это лекарство, блин. Где-то увидели его, а я его, блин, хоть убей, не вижу. Я, конечно, могу поискать. Ага. Орочье снадобье. Отлично. И дар богов книга. Надо же было так замаскировать, блин. Я уже хотел гуглить. Жри свои лекарства, блин. Ну вот, я нашел твои лекарства. Незнакомец неплохой, как другие люди. Незнакомец хороший. Тарак должен благодарить. Теперь ты можешь дать мне улу-мулу? Незнакомец помогать Тарак. И Тарак помогать незнакомец тоже. Незнакомец нужно Кратак, Хастак, Двахкар и Орфантак. Незнакомец приносить все, тогда Тарак делать улу-мулу. Нет ничего проще. Знать бы, что это такое. Что такое Кратак?
быть язык огня. Быть язык ящерица огня. Как раз испытаю свою теорию, что я могу убивать ящериц, если полностью обмундируюсь в этот... в защиту от огня. Где мне искать эту огненную ящерицу? Огненная ящерица жить дома. Дома Тарак. Незнакомец хорошо искать. Можно найти еще огненная ящерица на песок у моря. Я знаю, где это. Оба варианта знаю. Что означает Хастаг? Быть рог Мракориса. Острый рог, как нож, твердый, как камень. Вот ты, козлина, отвечай. Я же всех мракорисов уничтожил, блин. Где мне искать мракорисов? Жить в лес или пещера. Не любить свет. Быть очень опасный. Незнакомец, осторожно. Двахкар? А это что? Быть зуб болотожора. Да твою ж мать! Когда этот зуб кусать, жертва никогда не убегать. Ты молодец, блин, я убил всех болотожоров, блин. Где мне искать болотожоров? Много болотожоров, где лагерь людей. Тот лагерь, где болото, конечно. Что такое Орфантак? Быть зуб большой тролль. Делать большой дырка в добыче. Где я тебе вообще тролля рожу? Где мне найти троллей? Тролли жить где горы. Тролли любить много места. Незнакомец искать в горах на север. Но бояться кулаков троллей. Когда кулак бить, незнакомец падать с горы. Окей. Мне нужно пройти. Незнакомец прийти снова. Ладно, если я не ошибаюсь, тут предусмотрен вариант, что я всех убил. И они просто-навсего добавят еще одного болотожора на болоте, еще одного мраколиса где-нибудь в лесу или в пещере, и еще одного тролля, только не знаю где. Вот с огненными ящерами проблем не должно быть вообще. Мне кажется. Я знаю два места, где находятся огненные ящеры, и зачищу их оба. У меня будет много языков. Огненных ящериц. Много языков. И начну, пожалуй, с болотожоров, наверное. У меня есть телепорт. Интересно, а можно было прямо отсюда портоваться? Наверное, нет. Ох, парень, это был непростой бой. Никогда бы не подумал, что люди Гомеза способны так драться. Главное, это то, что мы все-таки выбили их из шахты. Я останусь здесь и прослежу, чтобы они не вернулись. Как Все тихо. Свободная шахта словно вымерла. Но долго это не продлится, если Ли не пошлет сюда подкрепление. Ну а пока я попробую расположиться поудобнее. Увидимся. Ладно. Сохранюсь и выйду.